На плане земельного участка, имеющего форму пятиугольника, смотри рисунок, указаны такие величины углов. Угол А равен 116 градусов, угол Б 98 градусов, угол С 124 градуса, угол Д 102 градуса, угол Е 130 градусов. Верно ли были выполнены измерения? Для начала сделаем рисунок, запишем данные. Угол А равен 116 градусов, угол Б 98 градусов, угол С равен 124 градуса, угол Д равен 102 градуса и угол Е равен 130 градусов. Верно ли были выполнены измерения? Напишем формулу суммы углов n-угольника. Сумма n-угольника будет равняться n минус 2 умножить на 180 градусов, где n – это число углов. Эту формулу нужно знать. Воспользуемся формулой и найдем сумму углов пятиугольника. Тогда сумма пятиугольника будет равняться 5 минус 2 умножить на 180 градусов. Посчитав, получаем, что сумма углов пятиугольника равняется 540 градусов. Найдем сумму углов по нашим измерениям. Тогда у нас получается угол А плюс угол Б плюс угол С плюс угол Д и плюс угол Е будет равняться. Угол А по условию равняется 116 градусов. Угол Б равен 98 градусов. Угол С по условию равняется 124 градуса. Угол Д равен 120 градусов. И угол Е 130 градусов. Посчитав, получаем 570 градусов. Тогда из первого и второго пункта мы можем сделать следующий вывод, что сумма углов пятиугольника не равна сумме углов А, Б, С, Д и Е. Запишем ответ. Измерение углов выполнено неправильно. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.